Всем-всем доброе время суток. Колина племянница подкинула мне вот из детского питания такую баночку. Баночка всем знакомых, кто кормит детей. И я буду с ней что-то делать. У меня есть вот такие новогодние салфеточки. Есть вот такие конфетки, которые я отняла, можно сказать, у Людиной внучки, потому что это все химия, я считаю, для детей вредно. Но выбрасывать не стала, а применю при изготовлении этой баночки. Хочу баночку сделать как подарочную. Я уже наждачкой пошкурила. Видите, она такого цвета. От того, что наждачкой я ее обработала. Сейчас так вот. Есть у меня молния. Буду делать имитацию, как будто бы замок растянулся и конфетки вываливаются. Внутри я тоже уже прошлась. Просто почистила. Здесь мешок был вставлен с порошком. Крышкой я займусь попозже. На нее у меня есть свои планы. Сделать ее тоже красивой. В общем, все посмотрите. Вот такая у меня получилась коробочка для подарка. Я не стала снимать весь процесс, потому что здесь ничего мудреного. Ну, салфетки приклеила, конфетки наклеила. Чтобы лучше было видно, покажу. На крышку я приклеила дельфинчик такой. Ну, как будто бы ледяная скульптура такая. Это мы давно на юге покупали. Он там батарейки вставляется, он светится. Ну, никто им не пользуется, и я решила, что сюда. Потом хотела сюда елочку или шишку, но дельфинчик уже не отклеивался. Ну, пусть будет вот такая коробочка. Сейчас поближе покажу. Кроме салфеток, я еще сюда вот наклеила стразики, снежинки. Ну, конечно, они не блестят на видео. На самом деле, хотя хорошо так блестят. Немножко как бы пасмурная салфеточка, но у меня другой не было. А что-нибудь сделать хотелось. Это я уже наклеила. У меня есть трафарет со снежинками, а это внутренности от трафарета. Я их приклеила, так немножко разрисовала. Приклеила цветочки. В общем, украсила как-то. Сюда поприклеивала. Лаком покрыла. Оленю приклеила стразики. Вот. На снежинки разбросала. Тоже стразики. Жалко, что не видно блеска. Смотрится, конечно, красиво. Покажу вид сверху. Сюда шарики приклеила такие. Праздник же. Новый год. И внутри. А, да. Вот это вот поролоновая. Здесь ткань спрятала под вот такой круг, вырезанный из подложки от торта. Коробка очень вместительная. Здесь тоже оклеила стразиками. Выключила вспышку. Может быть, так будет лучше видно. Покрасила белым цветом вот эту окантовку и стразиками. Это я уже положила сюда мышонка. Она очень вместительная. Туда можно и конфеты положить, и символ Нового года. Вот такого мышонка. И коробочка готова. Влезут и конфетки, и мягкий подарок. Вот такая получилась у меня коробочка за вечер.
Дельфинчик хоть и колышется, но он вообще не отклеивается. Потому что я же говорю, потом передумала, чтобы он там был, хотела другое что-то. Думаю, все-таки Новый год, елочка лучше смотрелась бы. Но уже не смогла его отклеить. Если бы я на пистолет клеила, может, он отклеился. Я бы, наверное, на полимерный клей его приклеила. И он очень крепко держится. Ну, он тоже такой симпатичный, как будто бы изо льда. Мне нравится, когда можно долго рассматривать. Тут много стразиков. Можно все смотреть, так крутить. Вот, пожалуй, все, что я хотела показать. Так что, мамочки, не выбрасывайте коробочки. Докормите детей. Будете делать из этих коробочек им коробки для подарков. Всем творческих успехов, хорошего настроения, мира и добра. И пока-пока!